Сегодня у нас нестандартное видео. В общем, это для тех, кто, допустим, затонировался лаком, все свои стопы либо накосячил, либо переборщил. Как все это удалить в домашних условиях? Берете бензин, так вот, поливаете свой стопарик и ждете. После того, как бензин стал действовать, вы видите такие, свой лак, он будет покраснеет и сразу начнет отходить. Потом просто берете тряпочкой и просто вытираете. Результат на лицо. Не надо ни в какие магазины бегать, покупать жидкости для снятия там наклеек и прочего. Можно очень легко и просто снять это в домашних условиях. Лак очень легко слазит. Всем удачи, всем пока.